Всех приветствую на моем канале. Вот и распустилась одна из орхидей, купленных на торговой базе на Красных Партизан 2/1. В тот день, когда мне достались орхидеи из мусорки. Она распустилась, цветет у меня дома впервые, куплена мной на уценке за 200 рублей. И в итоге мы имеем 6-10 цветов. Вот так это все выглядит со стороны. Просто красота неописуемая. Растение довольно большое, пересажено мной было где-то в конце зимы, то есть в феврале где-то, сейчас бирку не полезу доставать, упала сюда внутрь горшка, но благодаря той просушке, которая случилась после пересадки, она выдала цветонос. Я на нее ругалась, вроде бы говорила, ну как так, орхидеи из мусорки так замечательно распустились и цветут, а ты все-таки ленишься. Ну и вот, всему свое время, и эта красавица тоже показала свое личико. И вроде бы это самый обычный фаленопсис, но магия его цветов, знаете, в сердце навсегда. Красавец. У меня много обычных, самых обычных гибридных фаленопсисов, купленных в магазине, с которыми я не готова расставаться, потому что с каждым связана какая-то история. И несмотря на дефицит места, расставаться с ними ну никак не хочется. Цветы у нее довольно крупные, наверное, по сантиметров 10, не меньше. За счет чего розовое облако цветов кажется таким волшебным и сказочным, будто ванильное небо.